нас четенько распогодилось. Впереди просто глаз радуется. И душа вместе с ним. Переезд перед Нижним Ингашом первый. Стоять не стоял, но такой метров 500, наверное, колечко было. Просто, о, видите, зазвенел. Девушка, он уже зазвенел, ты уже на звенящий красный поехала. Она так торопится, эта тетка, опускает сразу. Я думал, сейчас мне шлагбаум по прицепу врежет. Я же уже заехал, куда мне уже деваться-то? Я заезжал, еще не звенело. Скорее на этот шлагбаум уже жать. Вручную. В желтой жилетке. В полосатом купальнике. Ну вот и с моей стороны где-то такая вот колечко. Правда, я подъехал, сразу поехали. Ну, распогаживается, распогаживается. Дай бог, чтобы так и было. Сухенько, хорошо. Милое дело катиться, правда? Любуйся красотой осенней. Здесь уже березки вообще все желтенькие. Они уже не то что желтенькие, они уже почти без листиков. Ну, еще после меня 2-3 УАЗика проехало. Не, вру, один. Этих мишек не было. Изменение машины. Симпатично так сделали. Выполните разворот там, где это разрешено. Сейчас там люди пофоткаются, потом сходим, посмотрим на них. Прикольно. Так, сильно мы резину рвать не будем. Сейчас вот здесь машину развернемся. Я что-то по высоте пролажу, да? Станем как раз тут сухенько, хорошо под прицеп, под бак занырнуть, чтобы его открыть. Перепроложить медведица с медвежатами. Ну вот сейчас там ребята пофоткаются, потом сходим посмотрим. Будем посмотрим и мы, что там. Но не было раньше этой скульптуры. Ну, прикольно так сделали. Медведица такая с медвежатами.
Внимание на структуру не залезать. Травма опасна. Ну да, прилетит сторожку. Шуфлинками по голове зарядит. Ну, красиво, красиво. Такая. Мама, да? Не дай бог такую в лесу встретить. Тут этот вот обидится. Ты представляете, как она его защищать будет? Ой-ой-ой. Катастрофа просто. Да. Пойдем. Откроем бак. Вообще на улице. Красотень. У мастерки вообще не холодно. Солнышко светит. Штанину не вымазывать. По-другому не залил. Сейчас надо только, когда передувал, там обычно пробка воздушная образовывается. Сейчас надо ее. Падайте, пожалуйста. Ее пропихнуть. Она сейчас ее пропихнет и дальше уже будет сама самотек перетекать. Достаточно. У нас сейчас в основном на следующем повороте вот 44%, отбрю 43. Потерять. Что мне сейчас лень канистрами бегать, перед выездом посмотрим, потекла не потекла. Вот уже 60%. Все. Теперь у нас топливо будет брать с двух баков. Кофе-пауза закончена. Красивая мамочка такая, да. С детишками. Да. В лесу с ней встретиться не... Вряд ли бы она, наверное, здоровалась бы. Иркутск 689, Красноярск 366. Нам пока не надо ни туда, ни обратно. Поверните, наш выход считается. Нас отсюда ориентировочно. Давай, батя, крути, крути налево, крути, руля, крути, смелей. Нету никого. Что тут у нас показывает? Сейчас посмотрим, что Маша тут показывает. Сто пятьдесят и 140. 290 километров до Тулуна. 60 километров.
Время 20 минут третьего. Часам к 7, по идее, должны быть нормально. Хоть можно будет спокойно вечер посидеть, поговорить. За жизнь, так сказать. А то все бегом. 15 минут 20, полчаса кофе попили, все, до свидания. И если сейчас тут грубо 300, ну и оттуда нам останется 600 до Усть-Кута. Завтра за день спокойно заехать. Вот в Нижнеудинске тормозится возле магазина. Не планировал сейчас по магазинам, думал, в Тулуне там заедем. А что, все почему? А все потому, что у нас опять власть меняется.
называется, 112 до Тулуна уже. Еду, никого не трогаю. Звонок. Ну, мне звонит этот правитель сызранский. Ну, Сызрань как бы это главные, которые... Это, в общем, это их груз. Они же отправители, они же получатели. Говорит, ну что, когда, где вы, что вы, когда, что приедете? Я говорю, ну, понедельник утром, все как по заявке. Ну, если вы завтра, например, там вечером, мы бы с удовольствием вас разгрузили. Я говорю, чего? Ну, говорит, нам нужно. Вы можете приехать завтра? Часам, ну хотя бы часам к 5, там, к 4, к 6. Я говорю, ну, в принципе, то да. Я бы вас очень попросил бы, если можете, приедьте, пожалуйста. Ну, как бы я и опишу, но люди просят-то, в принципе, что не помочь. Хорошо, ну вот нам надо, вот мы очень ждем, мы вас выгрузим, там все, мамой клянемся, туда-сюда. Ну что, звоню Ленке. Говорю, извини, а уже баню топит там все. Говорю, извини, Тулун опять транзитом. Да как ты туда-сюда ездишь и разу... Я говорю, тихо-тихо-тихо, не кричи, говорю. Короче, говорит, ничего не знаю, возвращаюсь оттуда, говорит, только попробую, говорит, не заесть, говорит. Оторву, говорит, то, что, говорит, еще рано отрывать. А женщина-то сибирская. Ты не поспоришь? Я говорю, все. Мамой клянусь, на обратном пути заеду в гости. Не, ну заехать по-любому надо, конфеты малым-то передать нужно. Говорит, ничего не знаю. 40 минут, говорит, посидеть попить кофе меня не устраивает. Говорю, все, понял. Так что вот так. Получил я тут по 5 число. Или по 10. Короче, отгреб. Так что мы сейчас едем Тулун транзитом. Что по времени у нас? У нас сейчас 5 часов вечера. На Тулуна полтора часа. Это будет 6:30 и до Братска грубо часа 2.5, ну плюс там пауза. 7 часам к 9-10 по идее должны приехать. Ориентировочно часам к 10 должны приехать в Братск. Но там если потом утром завтра часиков 7 выехать, то в Усть-Куте мы будем часа в 2-3 дня примерно. Так-то нормально. С одной стороны, да, хорошо. Завтра они пригоню, поставлю, пускай выгружают. Они выгрузят, и у нас в понедельник можно спокойненько с утреца, с рассветом, если ничего не изменится, с Искута чапать в Усть-Илимск. Так-то да, хорошо, в общем-то неплохо, даже. Ограничение скорости 50, а я 85 наваливаю. Неправильно, Алексей Николаевич. 66, давай поедем. Так-то оно хорошо, да. Там. Так-то в понедельник, если пока выгрузили, что там, ну, выгружать все равно там часа 3, наверное, надо, если тем более это все вручную, то, ну, не знаю. Часа 2-3 нужно. Потом, ну, с Усть-Кута-то, Братска-то дорога хорошая, а вот на Усть-Илимск там уже немного вариант другой. Там быстро не поедешь. А так целый день будет впереди у нас удочка. Вот красивая такая поплыла. Целый день рабочий будет, как бы неплохо. Ну, а к Ленке уже заедем обязательно на обратном пути. В общем, вот так, друзья. Власть меняется, если то красные, то белые. То хлеб сырой, то дети плачут. Так что едем сегодня до Братска. А это еще
сколько там, Братска, 106, там, ну там 200, метров 300 еще сегодня надо проехать. Да, давай, давай, милая, надо тянуть, подъем тут такой хороший. 31,3 сейчас идем с расходом. Я думаю, придем где-то в районе 32. Пусть будет. Но пока погодка зато как шепчет. Но это временно. Смотрел, в понедельник снег. Там. Пусть будет. Что, только что дождь прошел? Солнце светит. Откуда он мог тут пройти, этот дождь? Приходится немножко корректировать собственные планы. Но собственные планы — это программа произвольная, совсем не обязательная. Ой, места на стоянке есть, все есть. Кафе Ташкент. Да. Ладно. Все, что не делается, все делается к лучшему. Значит, так надо. Спокойнее, посвободнее. Должно быть. Вот если они завтра не выгрузят, я приеду. О, голосовые связки напрягу там по полной программе. Уже расти буду. Ой-ой-ой. Благим матом буду орать. Хорошо, когда Кондрашов. Верно. Тулюн, 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 тулюн. Поедем сейчас на горочке, остановимся. Ехал же с таким расчетом, что мы тут сейчас там ужин, туда-сюда, сюда. Желудок к позвоночнику прилипать начинает. Пойдем что-нибудь там поклеем, наверное. Выпей. Харчевня на горе. Может работать, да. Они там
понизить подъем вот этот. Асфальтировали, который вот на Братск. Давно он уже просится. Сделайте меня, ну сделайте, ну пожалуйста. Нет, худо без добра сделали. Через 300 метров едьте на дорогу с другого движения, а затем съедьте, используя второй съезд R-255. Вот оно, наше колечко. Все, на восток. Пока отменяется. Идем на север. Нет, на колечке полицаев тоже нет. Странно. Используйте четвертый съезд. Ага. Изменение машины. Так-то тут гора знатная, да, зимой. С кольца в гору такую, с поворотом. Где у нас там кольца? Короче, мне грубо километров 200 еще сегодня проехать. Хороший подъем такой, право-лево такой, язычок тещин. Дорога сделана. Мостик нет. +6. Наверное, ночью прохладно будет. Как-то вот немножко ясновато. Сейчас посмотрел опять прогноз Усть-Илимск, Усть-Кут, понедельник, вторник. Снегопад написано. Чуть ли. Представляете, какое страшное слово? Снегопад. Нам будет весело.
там дальняя стоянка, там свободно. Перепроложить. У вас же дорожной нету, да? Нет. Есть, по дорожке, значит. Вообще прелесть. Я забыл совсем. О! Ой, спину разогнуть. Точно, да, есть дорожная сеть здесь, да, вспомнил. Сейчас, пока нас тут пробьют. Если у нас денежка... Был, да. Там вот идет ряд, он один там, прямо поедешь, там за ангаром он один ряд идет. Там в конце место есть, только ближе друг к другу. Давай. Хорошо. В конце, говорит, место есть. Поехали посмотрим. Где-то место есть в конце. Раз я ставил прямо вот здесь вот. Выполните почти разворот там, где это разрешено. Или проложить. Лодки так пищат. Ой. Как тут качает-то. Болото как бы не сильно разбито. Ну, не сильно влажно, но болото, все равно болото. А, ну вот ряд, ну, вон он туда он имеет в виду, мне, наверное, стать, да? Там ван этот, возле мана. Хорошо. Все, братцы, тогда на сегодня отработали. В принципе, довольно-таки неплохо. Задом здесь затолкаюсь. И будем мы сегодня отдыхать. А завтра поедем отсюда, получается, 373 километра нам до места.